краткий обзор 85-й серии сериала «Красная зона», которую вы сможете посмотреть в среду 4 августа. В ней вы узнаете о том, как обнаруживает труп Фалена неподалеку его тяжело раненого телохранителя Рогова. Его оперирует Антонов. Никита назначает Хлебникова своим заместителем. Персонал 1 ЦКБ собирает подписи в поддержку кандидатуры нового главврача. Бородина пытается образумить супруга, но Никита стоит на своем. Мэр города с подачи Галаевой соглашается с кандидатурой Хлебникова. В больнице кто-то нападает на Рогова. Антонов и Алабина уже не скрывают от коллег своих отношений. Отец Насти требует у Кирилла деньги, тот отказывается платить. Вскоре он попадает в больницу с ножевым ранением. У Вики диагностируют коронавирус, и Заславский просит, чтобы Никита дал ему возможность работать в красной зоне, хотя бы санитаром. Хлебников уже месяц в должности главврача 1 ЦКБ. Степан Щукин едет на рыбалку вместе со старым другом.